Что делать, если заканчивается действие паспорта или водительских прав? Сейчас, в период режима самоизоляции, многие государственные структуры работают в дистанционном режиме. Поэтому сотрудники МВД напоминают, что отложить решение этих вопросов можно до окончания карантинных мер. Водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля, являются действительными. Граждане не будут привлекаться к административной ответственности. То же самое касается выдачи паспортов. Тем, у кого истек срок действия документа, рекомендовано решить этот вопрос позже, после 15 июля. Отметим, если срок действия паспорта истек до 1 февраля, такой документ считается недействительным и подлежит обязательной замене. Для этого необходимо записаться на прием по телефону МУ МВД России Мытищинская 8 495 583 38 32, либо через единый портал госуслуг. Также до 15 июля отложен срок получения паспорта для несовершеннолетних, достигших 14 лет. Документом, удостоверяющим их личность, является свидетельство о рождении или ранее выданный загранпаспорт. Нет сейчас возможности выехать на родину у большинства иностранных граждан. С 19 марта им была предоставлена возможность обратиться с заявлением о продлении срока действия разрешительных документов. В связи с этим до 15 июня не будут приниматься решения о нежелательности пребывания, об административном выдворении, депортации, об аннулировании ранее выданных виз, разрешений на временное проживание, видов на жительство, разрешений на работу в отношении мигрантов.